Установка BlissOS на современный ноутбук. Приветствую, дорогие зрители! Сегодня с вами Isett Smart, и в этом видео мы рассмотрим установка нашей операционной системы. Нашей операционной системы BlissOS. Мы в прошлый раз его устанавливали на современный компьютер, но у нас... Установка завершилась неудачно, она просто не загрузилась на этот современный компьютер. А теперь мы его будем устанавливать на современный ноутбук. Я просто эту операционную систему, которую на этот жесткий диск устанавливал, я попробую его подключить на ноутбук, и он должен сразу завестись. Ведь это BlissOS, это Android, всеми любимый Android на современном ноутбуке. Многие хотят узнать, что это за оболочка BlissOS, и посмотреть, как Android будет на ноутбуке смотреться. Может быть, он на ноутбуке загрузится и никаких проблем не возникнет? Я даже сам не знаю, друзья. Но сейчас мы его подключим и проверим. Давайте я его подключу. На этом жестком диске просто его нужно запустить. Устанавливать не нужно. И сейчас посмотрим, как он загрузится. Так сильно желаем его поставить. Давайте попробуем загрузиться с этого самого ноутбука. Ноутбук современный. И давайте включать наш ноутбук. Так. Включаем наш бук и смотрим, как у нас все запустится с нашего жесткого диска. Выбираем BlissOS 11.7. Происходит загрузка. Ждем какое-то время. Здесь куча строк. Не пугаемся. Android x86. Детектор Android x86 уже не виснет, мне это нравится. Консоль. Запустился консоль. Решетка. Значит, должно загрузиться, наверное. Вау, это что, друзья? Листочек, да? Еще он подсвечивается вот таким образом. BlissOS. Очень приятно видеть, как это все грузится. На ноутбуке, возможно, он загрузится. Ждем запуска. Вот таким образом, возможно, долгое время он будет висеть и пустит нас дальше и покажет нам Android. Мышку, наверное, сразу подключу я, чтобы мышка работала. Включаю нашу мышку и смотрим наш запуск. Ничего не грузится. Я попробовал первый пункт, попробовал второй пункт снизу и третий пункт. Morphona Mod. Но наш BlissOS никак не загружается. Почему, я не знаю. На этом логотипе он будет висеть долгое время и не запустится. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, не поддерживается наше железо. Ноутбук железа где-то на каком-то этапе он подвисает. Что-то с этим связано. Но так сильно хотелось опробовать этот самый BlissOS на этом современном ноутбуке. Вроде все прошло успешно. Вроде и графический интерфейс. И эта подсветка очень красивая. BlissOS. Но почему-то оно не загружается. На этом этапе он будет очень долго вот так моргать и ничего не поможет. Жаль, что мы на этот самый ноутбук не смогли запустить наш BlissOS. Так сильно было интересно узнать об этой операционной системе. На ноутбуке смотрелся бы он очень шикарно. Ведь это Android. Android на ноутбуке, ну просто очень классно это, друзья. Но оно не загрузилось. Жаль, что мы не поставили наш Android. Самый последний Android на этом самом ноутбуке. Ты мой друг, подпишись и на лайки не скупись. Я сниму еще видос, если вам понравилось. И зашлите мне донат, буду очень-очень рад.